А, блин! Друзья, подписывайтесь на канал Фантом ТВ. На этом канале вы найдете отличное прохождение игр, бои Warface и много чего интересного. Каждый день как минимум 2 видео. Ссылки будут в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем проходить игру Чужие. Игра только началась, и мы уже прячемся в шкафчике. В прошлой серии мы пытались взорвать их логово. Что-то у нас вроде получилось, но эти твари выбрались наружу, и теперь они ходят как в самом начале. И нам нужно так найти корабль скорую. Ну пошли. Так, у нас есть коктейль Молотова. Это пока единственное оружие, чем я могу их отпугивать. Создадим еще. Чем больше, тем лучше. А, нет, 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 коктейль. Да нет, дура, коктейль. Так, ингредиентов не хватает. Ну ничего страшного, пойдем по-тихому. Огнемета у нас, к сожалению, пока нету. Это не радует. Отличное оружие. Особенно против чужих. Так, восстановить подачу энергии. Что там есть интересного? Ну, что-то, да, наверное, да есть. Так. Ага, так, нам сюда. Что-то какой-то шум, как будто кто-то что-то сверлит. Я постараюсь наши коктейли не тратить. Ну, не знаю, получится ли у меня это вообще. Так, этот уродец где-то лазит поблизости. Но мы уже отсюда сваливаем. Так что можно расслабиться. Так, собирайте чертежи и создавайте, как обычно, оружие все равно есть инструмент. Не знаю, для кого они это пишут, но читать я не успеваю. О! Тут оживленненько. Я тут вижу, что один челнок уже вылетел. Его взял Марвел. Так, куда нам? Оу, кик. Как нам тут нужно шастать-то? Так, налево. Сюда, наверное, толку нету, значит, нужно налево. Уэйтс хорошо тут поработал. Опа. А, сюда можно, отлично. Так, тут наверняка будет... Надо братишка лазить. Так что надо будет быть осторожным. Ну, пошли. Тихо, тихо, тихо. Ну, надо здесь все смотреть. Может, я найду топливо для огнемета. Хотя я в этом не уверен. Так. Мне нужно направо. Так, пошли. Этот тур... Опа. Понятно. Эта дверь не работает, придется идти вот в обход. Ну, отлично. Меня это совсем не радует. Так. Вот. Ничего. Можно сказать, для огнемета нету. Так, шприц. О. И зачем мы это будем использовать? Ага, открылась дверь. Так, так, так. И все, больше ничего?
Очень плохо. О, тут кто-то валяется. Может, у него есть что-то полезное? Патроны. Патроны нам не нужны. Так, ясно. Пошли. У меня прям предчувствие, что этот уродец скоро появится. Или уроды, так вот. Чё? Блин, еще и андроиды. Ну чё ты? Ты мне сказал? Меня здесь нету. По-моему, ты ошибся. Так. Да, вот он. Я трачу на вас ценное время. Сейчас, подожди. Так, ладно, что я с ним сисюкаюсь-то? Вышел. Так, отлично. А, блин! Ты же меня не видел? Ты меня не видел. Так. Коктейль Молотова. Свалил отсюда, давай по-резкому. А, блин! Черт! Придется перепроходить. Твою за ногу! Так, где я? Ну, в принципе, недалеко. Андроида убивать я не буду, потому что... шума много слишком. Так, ладно. Пойдем по-тихому. Постараемся, по крайней мере. Так. Соберем все, что можно. Так, надо будет через андроида как-нибудь по-тихому пройти. Потому что, убив его, мы создадим очень много шума. А это нам не нужно. Так, отлично. Заряжен огнемет. Пусто. Был бы огнемет, я бы шел спокойно вообще. Он где-то ходит. Так, он вон там. Ну ладно. Пойдем по-тихому. Так, буду держать коктейль наготове. Так, 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 так. Ну блин. Сейчас появится андроид здесь. Так. Вон он там стоит. Как мне через него пройти? Потому что он меня сдалека увидит. Но все-таки, видимо, придется его убить. Да, очень даже легко. Честно говоря, я не знаю, как через него пройти, не убивая. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе.
Да, иди сюда теперь. Да я и не бегу пока. Блин, ты чё, урод? Ты чё пинаешься? Придурок. Куда пройдёмте? Иди сам. Ага, пошёл ты. Я, короче, пойду вот так по-тихому. Так, прямо. И направо. Пошли. Очень тихо. Катись колбаской, придурок. Отстань от меня. Так, обходим вот эти люки. Под ними проходить очень вредно для здоровья. Так, вот мы куда-то пришли. Так, нам налево. Возьму коктейль на всякий случай. Так, отлично, я пришел. Куда дальше? Найти скорую в госпитале. Так, ты скорая? Нет, не скорая. Так. Ну, видимо, туда. Нет, устройство взлома слишком примитивное. И что? Ну, Марл уже как-то выбрался. И что делать? Найти модификацию ЗУ для УРЛД. И где ее найти? Все тут же. А, вот. Отлично, все, давай уже, хватит. Надеюсь, андроид сюда не придет. Так, прекрасно. Теперь у нас пятизначный код, видимо. Так, раз, два, три, четыре и пять. Есть. Фу, я успел. Как же ты? Отлично. Я сваливаю, да? Жми давай уже. Хочу поскорее свалить отсюда. Огромный у них корабль-то, блин. Че за шум? Так, я куда-то свалил. Очень повезло, что андроид медленно ходит. Я успел оттуда свалить, не создавая шума. Так, отлично. Мы куда-то приехали. Рикардо, слышишь? Слышу, но еле-еле. Ты от меня уже далеко. Скоро сигнал совсем пропадет. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что было там, только немного страшнее, блин. Так, ладненько. Пошли дальше. Так, сначала осмотримся, может... Что полезное найдем? А, блин, здесь они тоже лазят. Включить систему. Амнисидоры. А! Что такое? Так. Это не работает.
Ну, одна дверь только. Ладно, пошли. Так, что-то я чувствую, что их здесь будет еще больше. Так, меняй давай фонарики. Да чё? Слушать, давай слушать. Удача наконец-то нам улыбнулась. Последние пару лет мы едва сводим концы с концами. Дорогой. А бедная Анасидора уже сама напоминает погибшие корабли, которые мы ищем и обираем. И тут мы нашли самописец. На нем стоит имя Настрома. То есть это собственность Вейланд Ютани. А это значит, будет награда. Но Марлоу предложил не спешить и попробовать найти сам Настрома. Мы рассчитали траекторию выброса самописца, поймали сигнал бедствия, и вот, летим туда. Я отлично. Чувствую, нам повезет. Он всегда говорил, так. С ним я не пропаду. О, огнемет. Это радует. Это очень радует. Ну, хотя немного, но все же это огнемет. Я смогу отпугивать их немножко. Так. Необходим код. Так, код должен быть здесь. О! Уже не Севастолинг. Полученный сигнал. Код 4510. Ясно. Севастополя. Марлоу и Фостер проснулись первыми. 40. Выглядит она ужасно. 5. Сейчас мы должны лететь на станцию на челноке. Отлично. Вот только мы с Миксом. Короче, это же нарушение карантина, так? Это его корабль и его жена. Короче, мы малость повздорили, и он разбил Миксу нос. Не знаю я, может, конечно, тамошние доктора и дадут ей зеленый свет. И все будет путем. Открывай. Вернее, включай. Высадки, блин, я очень надеюсь, что этих чужих здесь нету. Хотя с ними весело. Есть от кого прятаться. С андроидами не так. Они. Их можно убить. С ними от них можно убежать спокойно. Спрятаться легко. Не то, что от чужих. Так, сюда, наверное. Заперта. И чё? Что-то не так, да? Может мне свалить отсюда? Ага, вот, ну что, что-то выезжает. Так, какой-то терминал. Так, о, нет. Не то нажал. Так, ладно. Раз, два, три. Отлично. Со второго раза. Давай, 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 открывайся. Блин, чё так шумно-то? Это так, дверь открывается, блин. Рикардо. Если ты слышишь, что за корабль? Я включил основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь, из... Так. Налево тут что-то... Марлоу нигде нет. Тут что-то есть. Привет. А, здесь я был. Добро пожаловать на борт. Марлоу? Где ты, Марлоу? Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго, надо было тут кое-что сделать. Так, отлично, куда дальше? Найти Марлоу. Ага. Ну там были какие-то двери, так что пойдем туда. Где наши друзья? Возможно, они остались на том корабле. Ну, кто их знает. А может быть и здесь они. В команду ко мне не желаешь? А то вакансий много.
Здесь они будут точно. Тейлор? Тейлор! Марлоу, что ты делаешь? То, на что у других смелости не хватает. Приходи ко мне, Лип. А, блин, ты чё, твою мать, свалила от меня. Ненавижу эти крики. Тварь. Значит, они здесь есть. Так, ладно. О, огнемет. Надеюсь, запасов у меня будет много. Так. Так. Есть еще проход туда, но он... Нет, выключайся. Нам это не нужно. Так, проход туда закрытый. Войти в терминал. Посмотрим, что здесь есть. Анасидора? Говорит Уэйтс, начальник службы безопасности. Ладно. Севастополя. Официально я не могу разрешить вам причалить. Севастополь сейчас выводит из эксплуатации. А требования безопасности я не могу принимать корабли сверх графика. Но поскольку вы везете ценную находку, так. Я готов допустить так. Челнок с несколькими членами вашего экипажа. Отлично. Я знаю, что в этом случае по закону станции причитается процент от награды. Урод. Ему лишь бы бабла заработать. Так. Отлично. Так. Сейчас замутим один коктейль. Хотя не вариант. Нету. А, тот маленький уродец выскочил неожиданно, поэтому... Я его огнеметом сжег. Ну, лучше было бы, если бы я его ударил молотком своим. Не тратил бы на него этот огнемет. Я пытался спасти Фостера. Да, конечно. Привез его в Севастополь. Нарушил все возможные правила. Повел себя как дурак. Дурак. Эту тварь нельзя победить, Рипли. Никак. Лучше с ней просто не встречаться. Надо уничтожить все следы. Как будто ничего не было. Не дать этой заразе распространиться. Не позволить ей добраться до человечества. Потому что иначе погибнут вообще все. Вейланд, Ютон... Да, знает, блин, взорвали бы вообще весь этот корабль, все эти корабли. Еще в космосе и... Лучше, не знаю, вместе с этой Рипли... Человек 20 сдохнет, чем сдохнет все человечество. Но если есть вариант спастись, то, конечно, лучше так и сделать. Так. Такое чувство, что вот-вот выпрыгнет. Так. Что тут у нас? Дверей, по-моему, больше нету. Так что... То пойдем прямо. Но сначала надо сохраниться. Отлично. Пешочком. Так. Так, там что-то есть. Здесь дверь закрыта. Пойдем тогда сразу туда. Тут, блин, целая система. Так, сначала соберу все, что можно, а потом уж разберусь. С тем, что можно включить и отключить. И все, больше ничего. Так, ладно. Не работает.
сюда, значит. Ну? Смахивает вон то внизу добавлено. Эмблема на личное нашивку сообщение. Нацистов. Это для моей дочки. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Корабль. Произошла нелепая случайность, и к нам на борт проникло очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле очень далеко от дома. Мы взорвали Настрома, потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Правильно сделали. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. Отлично. Добрый момент спасла Аманду. О, Господи. Ну все, хватит горевать уже. О, блин. Урод. Теперь ты понимаешь. И что ты собрался делать? Будешь взрывать? Я перегружу термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. А также все следы этой инопланетной твари. Правильно. Другого выхода нет, Эмилия. Нельзя позволить ей выжить. И грёбаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Взрыв. Послушайте, а давайте без этого. Марвел, не надо! Марвел, подожди. Давай уже взрывай все. Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? Вот с этим это можно сделать? Живые люди! Марвел! Фостер среди них нет, она погибла. Я убил свою любимую женщину. Господи, слишком поздно. Он запустил процесс. Все пропало. Тейлор, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите вон к той консоли. Так, а мне что нужно делать? Предупреждение. Перегрузка реактора. Вы должны открыть системы реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. A, U, X. Я нашла. А мне что делать? Так, отключить систему реактора. Где мне это сделать? А, вот. Давай, 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 давай. Быстрей. Ну давай. Очень жаль это делать, но хорошо. Приходится. Вы молодец. Теперь переключите управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Ну давай уже. Так. Ясно. Вот это. Тут. Так. Так. И где вот это? Отлично. А, блин, не успел. Ладно, еще разок. Так, давай. Теперь по-быстрому все сделаем. Так, готово. Хорошо. Вы молодец. Теперь.
теперь переключите управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это! Есть, Тейлор, говорю вам! Давай, давай, быстрее! Да, он! Так, вот. Раз, два, три, четыре. А где вот? Нашел. Быстрее давай. Отлично. Перегрузка термоядерного реактора остановлена. Ну отлично, блин. А могли спасти все человечество. Кто-то сейчас умрет. Так, мне никуда идти не нужно. Значит, сдохнет только вот эта шкура. Вот так. Но если будет взрыв, стекло, наверное, треснет. Уже треснуло. Сломается совсем. Наверное. Да, вот ломается, ломается. Так, я не понял. Опять? Так, что делать-то? Спаситесь. Ну давай, побежали. Я не заметил, что выскочило задание. Сюда. Бежим, 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 бежим. Так, сюда. Ну, остается только сюда. Так, куда? Сюда. Быстрее, 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 шкура. О, держись. Нормальный такой взрыв. Так, куда дальше? Вот сюда. Вот и отлично. Надеюсь, все чужие тоже сдохнут. И все будет круто. Давай, 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 давай. Садись на свой гребаный челнок и вали отсюда. Пришли, уничтожили, ушли. Отлично. Так, добрались куда-то. Рикардо, Рикардо! Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем! Куда рухнем? Я пытаюсь вызвать... А мне можно посмотреть? По-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на... Так. Торренс. Связаться с Торренсом. Где? Где мне можно с ним связаться? Я так, сюда. Новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Так. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Отлично. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Давай, давай, открывайся. Так, отлично. Куда нам теперь? В приемную. Найти Рикардо. Наверное, в приемную. Так, так. Да, значит сюда нам нужно. Быстрее, быстрее. Тем более здесь наши друзья чужие. Надо еще быть тихим. Добро пожаловать в Хиксон Телефон. Так. Направо. Пожалуйста,
технобашня, Лоренс. Ну, посмотрим. Он... Отвлекать его внимание вы можете применить более страшного врага. Центр связи Сиксон. Ну, я подумал, это наш Рикардо. Так. Сколько патронов ты потратил, придурок? Мог бы мне дать. Ясно, здесь по-любому будет... Так, я не туда пришел. Да? Да, не туда. Валим отсюда. Ошибочка вышла, прошу прощения. Быстрее, быстрее, быстрее. В этой серии толком чужих мы не увидели. Ну, ничего страшного. Следующее, я думаю, их будет достаточно. Так, ну куда нам нужно идти? Что-то не могу найти. Так, здесь если направо... Так, тут кто-то точно есть. Сейчас попробую зайти сюда сначала. Надо посмотреть, что здесь есть интересного. У нас проблемы. Пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Лоренс, они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. А просто убить их нельзя, нет? Отчаянно. Так, вот они. Так, ладно, мне куда? А, мне нужно пройти туда. Значит, мне нужно сделать большой круг. Так, ладно, пошли. Ничего нормального нету. Так, так, так. А, вон там они ходят. Надо по-тихому. О, вот он. Ух ты, блин. Да вылези оттуда, шкура. Ну да, как я себя тушил, они, конечно же, не видели. Знаю, как там сейчас, если услышишь всякие шорохи в вентиляции, можешь начинать молить. Орбитальные стабилизаторы функционируют. Так, это что? 80%. А, куда я пришел? Так, здесь лучше пока взять огнемет. А, я здесь был. Это место я помню. Так, что у тебя есть? Отлично. Так, надо подлечиться. Ладно, револьвер. И нам нужно прямо выйти здесь и пройти сюда. Ясно. Ну пошли тогда. Только нужно по-тихому. Так было надо. И это ты предложил, не я. Так. Вы где, придурки? Что за свет такой? Зачем я вообще на это подписался? Я не знаю, что ты сюда вообще подписался, но лучше тебя сюда сваливать. И по-быстрому. Так. А ну-ка без
без паники, прорвемся. Так, вот он стоит. Щит. Пошли сюда. Фух, отлично, мы дошли. Но куда? Так, в эту шахту я, по-моему, мог вылезти наверх. Да, тут еще много андроидов было, я от них прятался, я помню. Да, точно, это то место. Блин! Так. Туда мне, по-моему, не нужно. Я пройду сюда. И сюда. Отлично. Как теперь отсюда выбраться? Орбитальные стабилизаторы функционируют на 60%. Так, надеюсь, здесь никого нету. Нету, отлично. Ну ладно, сохранимся, друзья, и продолжим в следующей серии. А вы сейчас ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там проходят конкурсы на шапки и на бесплатную рекламу в группе, вернее в Ютубе. Всем удачи и пока, друзья, до скорых встреч. America, America.